Жуткая авария на Мызинском мосту. Лоб в лоб сошлись две легковушки. Как сообщается, компания студентов возвращалась ночью из кафе. За рулем была 18-летняя девушка. Причем машина принадлежала ее другу. Он просто дал порулить. Девушка вылетела на встречку. 6 человек погибли. Шли две машины на большой скорости в город. Сверху спускались. Потом одна начала перестраиваться, обгонять. И как они соприкоснулись друг с другом, я так, в общем-то, и не разобрал. Но факт то, что это значит уже, когда они соприкоснулись, там уже одну машину разворачивают, вторая ее бьет. Только осколки, как при взрыве, полетели, и все. Произвели где? Блокировку пострадавших, оказали первую помощь тем, кто получил тяжелую травму и доставлен в больницу. Водитель автомобиля Nissan Almera – это молодая женщина 1995 года рождения, имеющая стаж управления транспортом около полугода, двигалась со стороны улицы Ларина в сторону улицы Новикова-Прибоя, то есть спускалась. При этом выбрала скорость, несоответствующую конкретным условиям, в результате не справился с управлением и выехал на полувстречное движение, где, в общем-то, произошло столкновение с автомашиной «Лада Самара». Настя одна дочка в семье, очень любимая, очень любимая. Я знаю, что 1 числа у отца день рождения, то есть вот такой будет подарок, сюрприз.